В Затоне имени Чапаева состоялось мероприятие, посвященное памяти заслуженного тренера Казахстана по президентскому многоборью Александра Коровина. В лыжной гонке с дистанции от 1 до 5 километров приняли участие спортсмены 7 возрастных категорий, от начинающих лыжников до ветеранов спорта. Кто из них оказался быстрее и первым достиг финиша, узнаем из следующего сюжета. Участие в соревнованиях приняли более 100 человек, от самых маленьких спортсменов до уже состоявшихся мастеров и ветеранов спорта. Владимир Мельников первым пришел к финишу. Он занимается спортом со школьного возраста. Мероприятие, посвященное Александру Коровину, играет для него особую роль. Соревнования сегодня, посвященные памяти Александра Борисовича, являются очень важной эпохой в развитии лыжного спорта и полиатлона в нашей области. Потому что это заслуженный тренер Республики Казахстан, который впервые в истории всего суверенного Казахстана 10 раз приводил команду к победе на чемпионате Казахстана. То есть у нас нет в стране ни команды волейболистов, ни футболистов, ни баскетболистов, которые являлись 10-кратными чемпионами Казахстана. Елена Грицкевич занимается лыжным спортом с 10-летнего возраста. С 2005 года она сама тренирует детей. Она является многократной чемпионкой Казахстана, призером международных соревнований. И в этом лыжном забеге ей удалось прийти первой. Мне уже 41 год в этом году будет. Раньше занималась лыжными гонками у Щаева Александра Ивановича. А с 2001 года перешла к президентскому многоборью Коровину Александру Борисовичу. Работаю тренером по президентскому многоборью в областной спортивной школе. И мои дети здесь участвовали, тоже заняли первые призовые места. Юные спортсмены активно принимали участие в соревновании. Кто-то из них занимается лыжным видом спорта совсем недавно, а кто-то уже имеет за плечами несколько побед. Я по биатлону участвую, по лыжам, по горным лыжам. Охота на Олимпиаду поехать, показать себя, каким, как я умею кататься. Охота тоже так же знаменитостей увидеть, самой быть знаменитой. Надежда Попова говорит, что традиция проведения подобных соревнований зародилась уже давно, и очень важно ее поддерживать. Эта традиция зародилась уже давно, поскольку в школе номер 13 был великий учитель физкультуры Щербаков Алексей Федорович, ученицей которой являюсь и я, и учеником был его Коровин Александр Борисович. И Александр Борисович в свое время организовал соревнования на приз Щербакова, которые ежегодно проводятся. В то время как участники местных соревнований разминаются перед стартом, соревнования на Сочинской Олимпиаде уже идут полным ходом. И, может быть, кто-то из этих начинающих спортсменов в будущем будет представлять свою страну на следующей Олимпиаде. Марина Горбук, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.